Общая площадь порядка 500 квадратных метров. Рассчитан на 100 посадочных мест и отвечает всем современным требованиям. В Сургуте открыли временный павильон железнодорожного вокзала. Он будет принимать пассажиров на период реконструкции вокзального комплекса до 4 квартала 2025 года. В павильоне пассажиры могут воспользоваться кассами, получить справочную информацию. Оборудованы санитарные комнаты, зал ожидания, автоматические камеры временного хранения. В помещении есть тепло, вода, подключены система вентиляции и кондиционирования. То есть дожидаться поезда здесь будет комфортно и в холод, и в жару. Напомним, проектом реконструкции Сургутского железнодорожного вокзала предусмотрен целый комплекс работ. Запланирован частичный демонтаж здания и строительство новых. Общая площадь вокзала увеличится почти в два раза. Работы по реконструкции вокзального комплекса. Проектом реконструкции запланирована реконструкция основного здания, благоустройство привокзальной территории, модернизация инженерных сетей, оборудования. Особый акцент будет сделан на создание безбарьерной среды для маломобильных граждан и обеспечение транспортной безопасности.